Спасибо. Решили паролу, чё? Роу, чё, 25-ки, смотрите, ведем пока большое ограничение в том же Наксе. Это за рейд, один токен, одна шмотка максимум, это раз. Во-вторых, будет ограничения небольшие в плане того, что топ-шмот не будут ролить там те люди, которые дают, грубо говоря, там 2,5-3 ДПС, как у нас на том КД были люди. Если мне не нужен токен, я могу 2 шмотки ролить? Нет. Нет. Почему? Ну, потому что. В смысле, так же справедливо будет. Мне кажется, вот можно приравнять пуху к токену здесь еще добавить, типа какую-то шмотку, которую носить, и пуху. Ну, скеля, если опять же, если до келя доходим, скеля уже совсем по-другому, ну, по-новому, типа, ролят все. Ну, ЕПГ, получается, то же самое мини-ЕПГП будет, то же самое, если паролил шмотку, то ты, в принципе, в этом рейде уже ее паролить не сможешь, это на начальном этапе. Для начала нужно, чтобы убить босса, нужно пойти убить босса, и чтобы это все выпало, и там уже разберемся. Сейчас, если будут подряд 5 шмоток на мага падать, так вот, если это увидим, там мы подумаем, что как лучше сделать. Унде, а что ты еще в гильдию пришел-то? Команда. Когда команда поступит, вступать, я тоже вступлю. Там, знаешь, если как бы падает шмотка, допустим, и она не нужная никому, или типа она есть у кого-то, то как бы ты можешь вторую забрать, тут как бы не проблема. А если она падает, ты вот, допустим, выбил пояс с ребра, и выпадают тапки с тухлого. Ну, ты забрал пояс такой, и тапки с тухлого уже следующему. То есть вот так. Ну, примерно, что по ЦЛК более понятно. Ну да, вот Баллада правильно говорит. Тогда уж лучше ЕПГП уже водить. Хотите ЕПГП? Без проблем. Тогда будет рейд потихоньку развиваться. Один трай был, как бы один рейд пробный, одна неделька. Да-да, води, пох. Так и будет. Один заберет, больше не сможет. И тогда люди начнут на РТ приходить. Да, система ИПГП, она в любом случае поощряет тех, кто ходит на РТ. Ну, это в любом случае. Хотите, я могу вам отдавать по ИПГП. Хотите, кому-то могу отдавать по ролу. Как угодно. Можно сейчас ИПГП. Чё, паучи мерзость? Ну, просто справедливо будет, наверное, из-за того, что человек потратил время на РТ. И он там ежедневно ходил, и из-за этого у него будут начисляться эти очки. И он будет забирать нормальные шмотки. Вот это справедливо будет. Да. Ну все, решили. Накс, начинаем по ИПГП. А как посмотреть, сколько ИПГП? А, ОС? В чем дело? Почему нет? ОС шмот раздал уже. А потом? Где посмотреть, сколько ИПГП? Или ты имеешь в виду ИГП за шмотки с ОС-ки сейчас накинуть? Не, почему? Нет, ты ИП дай за войску, все. ИП уже дал. Ты там что, уже начисляешь ИП, я так понимаю? Да. Так еще просто так, я тебя спрашивал уже еще на прошлом году, я говорю... Ты говоришь, ничего не будет. Ну, я по ролу давал шмот. Но я ИП так накидывал, там, по один, по два за босса.
маленькие циферки. Ты не говорил об этом, но... Я могу обнулить, хочешь? Нет, не хочу. Хочу. Просто я тебя спрашивал, когда перед вступлением, я тебе говорил, спрашивал, ЕПГП, ты мне ответил, говорит, да, будет, но потом. Вот. Ну все, вступай, копи. А у нас кто-нибудь из спала в кресты кидает или нет? Я из этого как бы не вступал, потому что, говорю, я занимался профи развития персонажа. Это третий ЕП, ты вступать, получается, будешь? Да, 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 да. Давай, да. Давай. Там шкафчик еще стоит, засунуть в фьюджи. Сейчас стоит шкаф. Давай. Скажи в заметку имя, ну спек я знаю, Шам, Эршам. Да. Его зовут Адольф. Да. Как записать? Адольф, Адольф. Тебе понравилось имя, которое я тебе придумал? Содиум? Не, напиши Эршам и второй спек Эль. Все, больше ничего не надо. Пошли трэш чистить. Ну я обычно имя пишу, ну не хочешь так. Так и быть. Я не вижу смысла в этом. Хорошо, так и быть. Я, есть основной спек, написано в заметке. Есть его спек через галочку, там через скобочках, остальное, чтобы люди видели, кто на что ролит. Основной или офспек у человека. Сейчас, секунду, фласки, фласочку сделаю. Можно так написать. Если будем ходить постоянно, да, там люди знают все равно. Я не стоял. В этом учти, что я на тачпаде играю. Кто там Гримыч, я не знаю, что он, что тебя игнорит. Кто? Вот, ты игноришь, вот Гримыч. А, да я снимаю там ИП. Ну, спрашивает, ему двуручку ролить можно? Кому? Лакриму. Лакриму? А он на ДК, да? Да. Он ФДК и... Хочет двуручку на танка, да? Надо подумать насчет того, какой это спек. Не можно ручки, пишет, а на ручки не нужны. А, ты ФДК хочешь с двуручкой, да? Я так понял. Нет, он на танка хочет двуручку, все видимо. А Юю квест на Ласкута. Что там раздается? Шкаф, да? Шкаф можно поставить? Я сейчас предложу кое-что. Запилите Ирфу, пожалуйста. Ох, ебать, сразу две нано. Вот это я понимаю. Ну, тебя тоже сразу два шкафа вызвали. Вот это уровень, блядь. Но персонаж-то большой у тебя, поэтому и два шкафа было. Ну да, в один бы не залез. Кого еще сумонить на плюсы в чат? Ну, в идеале сегодня по фасту. Три квартала зачистить. Ну смотри, Пала, киньте кто-нибудь каску на меня.
Если шмотка падает людям в рейде, да, когда вот они идут в 200-м шмоте, им падает шмотка пуха, допустим, 213-я, как выпала пану, например. И он ее одевает сразу и дамажит с ней. Ты вот сейчас ходишь в ФДК, я там вижу воющий ветер у тебя в рекаунте. Ты ее собираешься одеть в ФДК и сразу с ней дамажить? Или собираешься ее положить в сумку? Мне вот что надо знать. Потому что если ты ее собираешься положить в сумку и менять спек потом, и бегать с ней в ПВП там некоторое время, то для рейда... То есть какие-то люди будут ждать, пока ты с этой пухой, которая у тебя будет бежать, они будут с другими пухами послабее бегать. Надо вот это. Ну, надеюсь, понятно, про что я. Или нет? Все хуйня, давай по новой. Поставьте это, рыбёху, пожалуйста. Вы то тихие, то громкие, вас не настроишь вообще. Бля, ну я как обычно разговариваю. Рыба стоит, хавает. Он умываться пошел. А, Юр, ты чё? Чё тебе проще, Влад, будет босса подержать или чё? Да подержу босс. Вы вон с Тагариусом крышем занимаетесь. Фолд, где ты тут? Сим, зачем тебе в карту? Где-то фьюдж. Вот он, собственно. Да, догонит. Да, о, давай, фьюдж, ты пришел. Мат, есть МК где-то там? Фласочки пропиваем вот прямо сейчас, блядь. Кто без фласки, нахуй, тот без лута, блядь. Пиздец. Я не успел ничего купить. Я в игру зашел, меня засумонили сразу. Дайте ему на кто-нибудь фласку. Да что, тебе лут нужен, что ли? Да, Лакримыч, фьюдж. Купить. Сим, тебе не за что ее давать, ты, блядь, целыми днями нахуй в игре, блядь. Можно и купить. Спасибо. Я сказал. Рационал, ты мой голос не узнаешь? Да, хорошо. Ну, блядь. А ты чё, забыл, кто релил на X3 постоянно все? Еще раз чекай. Давай чекай, я помню таймер. Скрин кто босса нет? Босса я, танчу на меня нападёт. Дашь там таймер. Не сейчас. Босс. Триг, Геру даешь тысячу. Сразу. Ну это когда скажут. Как я, ставь жука свой. Как я под босса ходил, еще так и еще. Вот. Так отлично. Все ж помнят на Рое, куда убили. Ну, примерно футбольник поставил.
Но получается, если смотреть с твоей стороны в левую сторону. Да, да, да. Второго нубика добейте, ребят. Мелких собирайте, по мелким милизону просто заводите и хауе растопчик. Готовьтесь убегать скоро надо. Убежали. Моба за этого забирать. Сейчас все по большому мобу играем. Ладно, спой гимн ману, трик поставь тотем. Понял, что встаньте вы, ребят. Два кольца одинаково. Скорость, меткость, сила, атаки. Сам от ПБ в одном. Да, я представляю. Не, они идентичны, я же говорю. Ну, пока дальше пошли, ты там это развалил. Ага. Хоста, меткость, ловкость, выносливость. А чё, там просто ролить, он сам распределит по итогу, понимаешь, что? Сейчас это одинаково все, все. Ну вот их двое. Каждому по одному. Ну и как бы это, на данный момент, я думаю, ГП за шмот не начисляй. Пусть хотя бы набор какой-то произойдет за первое КД. Нет, на следующем КД уже не по ролу, а по ЕПГП. Всегда, когда вводится система ЕПГП, сразу первая неделя это набор ЕП. Че, это по вашим правилам, типа вот они взяли каждый по кольцу и все дальше идут отдыхают? Ну, токен могут порвать, молодцы. Чё, это, я думаю, тригу отдавать надо, да? Кольцо вот это с МП5. Строгазме тебе надо? Надо, что нам на магне. Не расслышал.
Че, шаману, да, отдавать кольцо? Да, доза опять, наверное, под дозой. Как обычно. Ну, просто саргазм уже трофлит, блядь, нахуя на мага, он попец кольцо, блядь. Хиловск. Ты скажи спасибо, что не с духом, блядь. С духом получше, блядь. Бля, рыбацыпа не умирающего за парона. Да, все, ну. Все, всем спасибо, короче, я ушел. Умереть за господина. Величайшая доблесть. Бой висит почему-то. Ну, кто-то там Фарлина что-то. Наверное, она сагрилась, да? Нет, Фарлина не сагрилась. Я трэш перед Фарлиной чищу. Сейчас, секунду, где наш этот? О, там плечи лежат, ладные. Меткость хас. О, нихуя себе. Прикольно. 213 как раз. Да. Кубик. Но это при получении только. Кубик. Это не боешка, ребят. Ну там передадут, там же передать, может, если вдруг кому надо отдать. Ну, я на распыл нажал. Я. Два паука только пришли. Я. Чё тут палу проще будет? Двоих петухов подержать, а мне четверых? Да вообще на самом деле без разницы. Че, кого мне? Последователей? Да, короче, держи звезду да кружок. Остальное наше. Угу. Че тут добежался, если приступ пойдет? Ну вот на будет прыгать. Первый пусть прыгает. Дэй. Второй прыгнет. Капусту. Там, наверное, можно один... сразу всех, Влад, слышишь? Можно сразу всех убить. И, короче, до бешенства там убить всех. Может, понерфили. Значит, второй доз тогда. Что получается, мы бешенство ждем от нее или просто подбежать, блядь, ну, продлить? Вот, ну, там первый контроль даст в моба Оундейв, второй раз, если бешенство будет, капустка даст. И все, они там мобилку прожмут в контроле и из бешенства спадет. Капуста вроде только реаниматор. Напомните, служителя, да, брать в МК? Да, служителя. Да, низкие 4 моба. Все, даю таймер. Бегите, пока еще можете! Последователь, уведи отсюда, пожалуйста. Ты их со мной только не держи, вон где-то сбоку. Ер.
Торгаш далеко. Да, сейчас первое пешенство, он да и готов. Снимай. Отлично. Если надо, могу второй снять. Ну давай, сам тогда займешься. Инер нужно, там, либо что-нибудь. Баллада, гимн на ману, Собиум, Тотем. Этот Протеус кружок переставил. Готовься. Давай. Все, давайте. Ты вот поменял ты? Да. Еще кольцо такое же идет. Так, Эрдру, тебе надо вот этот тканевый наруч? У нас 300 есть. Я бы типа тоже паролил, если ему прям очень надо, тогда не буду. Какой у тебя Эрдру там, такой же или похуже? Реаниматор. 200. Значит, ему лучше. Тем более. Хаски. Согласен. О, разорвать что-то. Что это, на мишку что ли? Ничего себе. Грудак тоже эрдружный, да? Походу тебе заебись будет такой грудак. Или у тебя Т7 одетый? У тебя, по-моему, Т7. Нам больше никому не нужен. Заберешь. Просто я думаю, собирать, не собирать. Ладно, забирай. Короче, там грудак с хостой 58 и 118 СПД с духом. Ну и кольцо. Такое уже падало, две штуки, да. Я вару закинул, если что. Вас кинешь, обмен отдам. Ебать, потом еще и сзади, блядь, там приводили, да.
Нет. Что назад ты нацепишь? Че? Да, это Гарри, с кого ты там ведешь? Ну, он там пачка, да. Завтра перенос, да, можно будет сделать. Перенос два. Ну, да. Угу. Ресните капусту, кто-то один. Уже не надо, она встала. Зачем бы было домашнее? Вот зачем это было делать? Так. Здесь вот доза, фьюдж, рыбоцыпа, аундей, шикит. Все остальные РДД с той стороны будет искать. Поставьте шкаф, что ли? Давайте быстренько засунем, ребят. Ну тыкнуть можно, блядь? Что-то из-за коровы не попадает. В гриву куда-то тыкал, там еле тыкнулось. Паладин, вы, блядь, стебетесь, не можете сами определиться. Дайте каску помогу. Нацукава. Раздаешь каску. У меня панку. Адом. Я не могу давать другие бафы, пока кто-то занял другой баф. Так отмени, у него баф этот и все. Короче, нет. Играл пацаны без аддона, паладином 3 спека, никогда проблем не было. Как так? Поздравляю, медаль тебе дать или что? Дай каску. Вас трое. Не надо мне медаль, дай каску. Прота всегда дает каски, или по себе прота, всегда. Редок каски. Холик всегда МП5, в чем проблема? Таргариус, что бафаешь? Этот, Тагариус, чё бафаешь? Ничего, он не бафает. Короче, смотри, ты эту залупу не бафай, у нас есть ДЦ. Ты, давай я тебя напрягу немного, бафай каски. Пускай они там бафают, кто хочет, кто чё хочет. Солнышко, кресты бафай, а те двое пускай бафают, как хотят. Хоть один прист, пристам кулаки, другой магом кулаки или кресты. Без разницы, ну чтоб все бафы были, 3 бафа. А вот эту прото не бафай. Чтоб залупы этой не было, все то слушать то, что. Ну и все, еще раз чек. Да сами проебали на самом деле, блядь. Куча лишнего трэша, блядь, куча всякого говна.
Кокон с капустки сбили. РТД, блядь, повернулись нахуй. Кокон долго бьется, где... Кокон я один, блин, заебанный был. Доза копом. Почему у меня кроме ШП, блядь, никто по кокону не бьет? Я сейчас сдохну. Почти. Почему, блядь? Вот для чего я, сука, туда целую паки РДД, блядь, назначил? Они, сука, стоят в боссах, хуярят, в глаза ебутся, блядь. Ер. Балладу разбили и панну. Яцы не успели, походу, не успели. Ой, там. Блять, что-то наушники отключились вообще от телефона. Я сейчас смотрю, Влад упал, не понимаю, что за хуйня. Лесните, кто? Да, тренинг, кстати, топовый. Так, вначале ноги, дух, хоста, СПД. Этот реаниматор надо? Это вторые спеки, значит, идут, да? Кинул он, да, там, если чё. Ты говоришь, я не про танковскую говорю. Я про ДДШ. Танковская мне есть, мне не надо. Так, тринька танковская. У тебя такая же, что ли? Да, у меня такая же. Агариусу даю.
Тебе не нужна слава? Не, пока нет. Че, я думаю... Я понял. На военник, наверное, сходим. Да, да. Так, чё там? Кистевое, это вообще... Трику закину, там если ещё договариваетесь. Может, распылите или чё? Да он совуху так... Этот, у меня, короче, перчатки сломались. Полечу, починю с... В самолете меня потом через шкаф. Ну что там, топ-5, да? Это Триня. Ну, пусть. Да на самом деле я ее сейчас особо некому у нас. Урик и Хан. ДКшники вон. ДКшники только, только если на фроста. И то такое. Триня говно, да? Не, вообще как бы топчик, но... Если бы хотя бы шмот был бы ульдуаровский уже, чтобы можно было кап как раз собрать. Тогда да, тогда топчик. Ну и что, значит у меня вар, хант, ну шаману смысл эдха собирать долго, ну не вижу смысла, шакит тоже не знаю какой у тебя второй спек не канает. Или вар, или хант. Кому я на кистевое ролил. Кистевое со СПД. Я на кистевое ролил. Там это кистевой это роль или нет вообще? Роли да. Уже. У три гости, что. Я не видел просто в Адоне, что ты кидал его на ролл. А кидал объявление. Не кидал он его на ролл. Ты проспал. Короче, Триня, вару отдаю. Там зеленка синька. Да вон три гуменки. Забери, да и все. А сколько там ролл-то кидали вообще? Ну, 28, это, что ли? У совы 48. Так, а он про это бы. Кистевое говорит. Сова не носит. Почему носит? Не, не, не носит. Да носит сова. Кистевое, что мне рассказываете? Да, носит она. Ты вообще молчи. Вон у Трига. Триг передаст тебе ему обметки. Все, все досмотрено. Все готовы. Но все равно зацепили. Уж лучше я влечу. Почему на пол? Сколько? Один. Три секунды. Да. Против ПВОшников, как они называются? Дождей, там всяких огненного пламени и так далее. Танчики я пока с этим стагариусом буду чай сделать.
стою слишком далеко. Так, чё с кистелем-то порешали? На сову, да? На часова. Если сова не поменяет, потом... Ты передал совет, Рик? А ты одеть можешь? Да я пропустил его. Я отвлекся. У меня малой да. Туалет первый и последний шмотка. Да я ничего не говорю, ладно. Ну на шаманов лучше оставили бы там на ДДшников пушки падают. Можно найти где-нибудь. Метка все то же самое. Про что я мешаю? Да, про кистевая. Ну да, ну да, ну да, это верно. Я там тоже на танке, знаешь, как посмотрел, чё себе какие шмотки-то выбить. Ты ничего не нашел, потому что если менять, там надо меткость камня вставлять. Вообще жопа, короче. Ну у меня на протике 204, у меня и мастерство, и меткость все собрано. А, ресните? Я хочу пони с клитозада. Я хочу пиццу. Только отойдите немножко назад, чтобы не спулить случайно босса, то будет не очень. Осторожно. Сарказм, можешь подкинуть булочек? А, не надо.
Так, у меня такой вопрос. Как добавить, чтобы эти ученики в Вуду отображались? А за это? В самом Вуду? Я ж тебе говорил, то, что у меня в Shadow Uniframe маг этот фокус перестал работать. Галочки все стоит, но он не запоминает цели. А мы чё, курим? Да, отойдите пару минут. Челк, это к всадникам уже все почистили? Да, к Разувию. Блин, я думал, вы до всадников дочистили. Бегу. Так, у нас... О, еще перерыв, еще одна минута есть. Ну там, отлично. Я сказал, что кто-то покурить отошел. Ну как тот раз, что там, Моундей, капуста, да? Да, да, у нас вон еще доза есть, как бы, и баллады есть. Они вообще могут все вчетвером забрать учеников, и все. Так, отлично. Давай распределим им, просто меточки поставь. И пусть они все заберут по ученику на себя. А, сейчас еще круче. Сейчас, секунду. Black Dark, ты о чем? Ну, а ты слышишь, о чем мы говорим? Ну, как раз об этом и говорили, что 4 приста по контрят учеников. Вот. Это. Поставьте рыбку, пожалуйста. Давай сейчас чекнем, если все здесь, то рыбку. То я чувствую себя это, недоевшим. И дайте баф, дайте, пожалуйста, приста баф каску. О, на Шакиду дала ранее, Балладов дала ранее. Походу.
кто первый куклу берет? Тут 4 пуста, метки соответствуют. Нет, ну, я понял, кто по, первый по порядку, берет. По порядку, давай, первый Андей, вторая капустка, третий доза, четвертая баллада. Че, всех засумманили? Все? Шаки-то нету. Аус! Полминуты прям мне кажется поменять эту пушку. Ну, пусть. Я вот покупаю аукцион продолжается. И нажимаю. Ну мы пока сумон кинем, там скажешь, если спадет. Он висит. Ты в Паше релогаешься? Да, там у меня интернет. Ну и фьюдж. А мы что тогда делаем, раз 4 танка, 4 куклы есть? Полайбим, что ли? Страхуй. Мы на подстраховке стоим. Ну да. Первый, если что, я беру, прожимаюсь. Угу. Второй Войд. Третий Тагариус. Ты прожимки как, сразу две даешь или какую-то одну из них? Не, я сначала отдаю только этот. Первый раз, когда забираю, отдаю ШВМ. Второй раз, когда забираю, отдаю ХП-блок. Третий раз, когда забираю, блок тринг. Ну, он. Да у меня только ХП и дубовая раз в минуту, блядь. Дубовая слабенькая. Ну, а своя отхилка? Отхилка? Хули это отхилка? Ну, там на 20% отхил увеличивается. Тоже есть. Там 10. Это очень, очень спасало в свое время меня. Ну, я буду прожимать. Вар тут? Поехали, пристыд. Скажешь, забирай. Ну что там, ученики появились? О, все, ученик стал. Отлично. Далеко просто босс стоял. Я пока забрал, все очень взял. Геру, наверное, давайте. Кадырову сами дайте. Не забирай. Чё там, ученики пока нормально, да? Да, да, там нормально все. Тагериус, да, и Саню Пол Кадырову. Ну, в этот раз ситуация получше. Отбеги, Баллада, он свейтился. Отбеги немножко. Тагариус Сали. Это Длайн спасения.
вынеси себе обязательно блайн жертвенности, блайн спасения, блайн защиты. Обязательно. Блайн спасения — это сальва. Она уменьшает агрогенерацию. Хорош. По КД сливай на него. Ой, залей синюю. Нет, там солнышко. Так, все, у меня. У шаки-то можно. Да, шаки. Залей солнышко, да. Спасибо. Учеников мобильно. Ого, два тотема. Божественно, вот ничего не два будет. Шамана. Так. Ну, удар бури, это чё, блять? Это Энг, да? Ну, два шамана в районе у нас. Да просто им отдай, блядь. Разберутся, да? Короче, этот Тригу закинул, а этот с хостой. И они оба с хостой, блядь, что-то. Они одинаковые. А, все. Так, это... Судим. Ну, опять-таки, шаманы, хулипал. Духовное кольцо, эрдру, надо? На ДЦ, по-моему, тоже нормально. Тагарин усвоит потанчить. Сейчас я 5 минут перекушу без. Я у компании что-то страхую. Так, у нас сейчас кто там готик, да? Этот прыгающий. В основном доктор зло все шмотки идут с духом. Вот если на кастеров брать, то, блядь, ну тут нету таких шмоток в основном. Типа три, вот хаст, там, господа. Что такое?
Ништяк. Все, глядя. Издал эту походу. Скриншот никто не делал? Делал. Видео